ЕС теряет 60 миллиардов евро из-за налоговых офшоров, СМИ. Евросоюз ежегодно недополучает пятую часть налогов на прибыль предприятий. Евросоюз ежегодно недополучает 60 миллиардов евро налогов на прибыль предприятий из-за того, что международные концерны регистрируют юридические лица в так называемых налоговых оазисах. Это примерно 1/5 всех налоговых отчислений с компаний в ЕС, сообщает во вторник, 7 ноября, газета «Эсбчзай». Издание ссылается на расчеты французского экономиста Габриэля Цукмана. По его оценке, больше всего недополучает Германия, 17 миллиардов евро или почти треть собираемого в стране налога на корпорации. Франция могла бы каждый год собирать с компаний на 25% больше налогов, Великобритания – на 20%. Пишет Эсбчзайтен. Как отмечает газета, большую часть потенциальных налоговых доходов ФРГ теряет не из-за регистрации юрлиц на Карибских островах. В 2/3 случаев виной тому становятся налоговые оазисы внутри ЕС, Нидерланды, Ирландия или Люксембург. Источник. Русская служба DW. По материалам сайта newsgro.com.